Победа вас, мы можем, да? Спасибо. Да. С победой, отличный результат. Расскажите, как игру с Шахтером сложно назвать такой обыденной. Расскажите, как готовились, как настраивались, за счет чего планировали победить и что удалось воплотить в игре? Сложные вопросы такие, так много. Ну, на сегодняшний момент главное, чтобы выиграли. По результату молодцы, потерпели, забили на последних минутах. Но по качеству игры большие претензии. По самоотдаче на игру с принципиальным соперником выходить, это, так скажу, нельзя. Вроде бы и игроки, и имена зарекомендовали себя, но желание, самоотдачи было сегодня чуть-чуть мало. Мало. Ну то, что выиграли, уже хорошо. Прокомментируйте два забитых мяча с Мирным. Работала вся команда, он завершал. Ну да, Женя молодец сегодня. И он просил замену, он первый мяч забил головой, как, так скажу, в смирновском стиле. И второй мяч дотерпел, просил замену, но, к сожалению, у нас некоторые футболисты на микротравмах. Пришлось их раньше поменять, и Женя дотерпел, и это ему в благодарность его терпения, второй забитый мяч. Малышкина поменяли из-за травмы? Да, Илюша получил микротравму, то есть растяжение задней поверхности бедра, и сейчас так еще он занимается. Как в команду вливаются новички? Вы не недовольны, они уже понимают ваши требования, стиль игры и так дальше? Ну, еще есть вопрос. Вопросы есть. На сегодняшний момент очень много вопросов. Ответы мы знаем как, но я так скажу, что сегодня голодные, злые должны выходить и показывать результат. Юрий Леонтьевич, Алексеев покинул команду? Алексеев, да, в футбольном клубе «Арсенал» находится. Они попросили, и мы, чтобы для получения игровой практики в премьер-лиге, мы решили, приняли решение, это больше, наверное, было решение главного тренера Хацкевича, то есть мы обсуждали этот вопрос, и мы его отдали в «Арсенал». Хацановский – это его замена? Да, Хацановский, мы взяли парня из футбольного клуба «Сталь», перспективный, хороший игрок, есть над чем работать. Сегодня дефицит нападающих, и мы ищем, стараемся, то есть селекция у нас не прекращается, каждый день мы просматриваем, смотрим, анализируем. Ну, надеемся, даже сегодня Хацановский Артем вышел на замену. Есть за что взяться. Парень, дай бог, чтобы здоровье ему не помешало, желание, будет все хорошо. Все, спасибо. Спасибо.